Ежегодно в День памяти и скорби на Софийской поляне в Архызе вспоминают тех, кто отдал жизнь, освобождая родную землю. По традиции в мероприятии приняли участие представители Зеленчукской районной администрации, ветеранских и образовательных организаций, силовых ведомств, казачества. За происходящим наблюдала и наша съемочная группа, репортаж Артура Мхце. Одна из самых трагических страниц истории нашей страны – начало Великой Отечественной войны. Она завершилась победой, однако воспоминания о первых днях и сегодня отдаются незаживающей раной в сердцах потомков защитников Родины. Ежегодно 22 июня на Софийской поляне в Архызе собираются люди, которые хотят сохранить в памяти новых поколений информацию о героизме советских воинов. Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить о тех людях, через чьи жизни прошла эта жестокая война. О тех, кто самоотверженно встал на защиту своей родины. О тех, кто не вернулся с полей сражений. Вспоминая трагические события тех лет, мы снова и снова говорим: вечная память героям, вечная слава погибшим. Но нельзя забывать, что для нас этот год несет и свои цифры и дату. 81 лет тому назад Кавказ был освобожден ратным подвигом советских воинов. Участники памятного мероприятия отдали дань уважения защитникам Родины, которые до последнего патрона обороняли свои позиции. Они погибли, но не допустили прорыва участка фронта. Безымянная братская могила как напоминание о мужестве бойцов и ополченцев и пример самопожертвования ради общей победы. И мы не должны никогда забывать эту дату, помнить, чтить наших предков, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили, чтобы жили наши дети, чтобы развивалась наша страна. Сейчас события снова повторяются и снова против нас восстал весь западный мир. Идет СВО. Я хочу пожелать, чтобы наши ребята, которые там находятся, побыстрее вернулись домой к своим семьям, чтобы это все закончилось. И чтобы всегда над нами было мирное, чистое, голубое небо. Посмотрите кругом. Это красивые горы. Хочется пойти в экскурсию, пройтись, походить. Но для защитников, которые шли сюда отстаивать наш Кавказский хребет, изгонять отсюда немецко-фашистских, и не только немецко-фашистских. Там были другие народы Европы, эти горы не казались такими приятными и веселыми. Им пришлось испытывать тут большие тяготы. В этот день в горах эхом проносились песни, под которые в бой шли бойцы. Звучали слова, которые напевали родные, вспоминая погибших героев. Отболели тяжелые раны твои, но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный от них мы в груди храним. Пока жива память людская, рядом как бы остаются те, кто дорог, кто внес огромный вклад в мирную жизнь. Подрастающим поколениям интересны такие мероприятия. Там они куда ближе знакомятся с прошлым нашей страны. Учатся любить родную землю, как любили ее защитники Отечества. Артур Мхце, Ахмат Чучаев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз.